Всем привет! Сегодня решила для своей семьи приготовить салатик, селедка под шубой. Ну и, конечно же, поделюсь с вами рецептом, как его готовлю я. И первое, с чего мы начнем с того, что будем на бурачной терке крупной. На первый слой у нас будет картофель. У меня здесь картофель очень такой маленький, потому что в этом году как-то у нас не урожай, честно говоря. Поэтому я отварила 8 картофелин. Смотрите, весь картофель мне не понадобился. Я использовала только 5 более крупных картошек. Здесь я их аккуратненько немножко примяла вилочкой плотненько. Следующее, что мы будем делать, это у нас будет сельдь. Я взяла вот такую сельдь, потому что хотела купить, сама почистить, но, к сожалению, у нас в магазине не было в продаже. Я взяла вот такое филе сельди и нарезаем мелкими кусочками. Смотрите, сельдь я покрошила всю, здесь 200 грамм. Я ее не буду мельчить, я оставлю вот такими вот полосочками. Смотрите, сельдь также я разложила плотненько, хорошенько, немножко примяв вилочкой. Следующий этап у нас будет, это мы будем крышить, также я буду на бурачную терку, яйцо. Так, ну что ж, яйцо мы точно также приминаем вилочкой. Следующий этап у нас будет, это зеленый лук. Я его порежу на мелкие кусочки. Вот такая вот красота получилась. И сейчас мы с вами будем уже натирать свеклу. Ну что же, со свеклой мы то же самое проделали. Немножко примяли. И сейчас будем это все заливать майонезом. Ну что же, вот такой вот замечательный салатик селедка под шубой у меня получился. Так что всем приятного аппетита! Готовьте вместе с нами.